детстве я не была таким спокойным ребенком, всегда находила себе занятия, всегда любила чем-то заниматься, все время направляла свою энергию в какое-то русло. Наверное, я была одним из таких ребенков, который любил ходить в садик. Всегда по утрам вставала и маму, наоборот, будила. Когда я в садик, давайте, мам, оденьте меня, пойдемте, пойдемте. Все время будила. С братишками так вообще не было. Мы, наоборот, их ели из дома, вытаскивали, чтобы в садик отвезти. А вот со мной было наоборот, я даже сама это помню. Вообще полное имя Аимджан, но все как-то уже с детства Аима привыкли. И поэтому, ну, уже, здрасте, я Аима, уже сама тоже привыкла из-за этого. И в последнее время что-то начала замечать. Все уже привыкли, и когда начинала, говорит, вот, меня на самом деле Аимджан зовут, все такие. Ну, думали, это я просто придумала вначале. А на самом деле полное имя Аимджан, и хотелось как-то поделиться с людьми, с народом, то, что о своем полном имени рассказать, чтобы они знали. Это было так, то, что после возвращения с Малайзии на следующий же день я пошла на кастинг, записалась, и каждый тур проходили, пели разные песни, кому что больше нравилось. И ну, в основном, конечно, все пели на английском языке, так как это американский университет, и все-таки последующим мы будем на английском все изучать и разговаривать. И поэтому у меня тоже были песни на английском языке, обе, в финале, которые я исполняла. Ну, честно, приятно, то, что люди оценили. Не ожидала, конечно, так как конкуренция была. Было очень страшно, мне кажется, не только мне было так страшно. Вот. Но приятно то, что вот все-таки получилось, и я рада то, что помогу родителям. Мне нравится то ощущение, когда ты находишься в другой стране, наоборот, какую-то получаешь энергию, какое-то новое вдохновение, может, что-то такое, да, вот заряд чего-то нового. И поездка в Малайзию мне очень понравилась, так и как и поездка наша, так и сама Малайзия. Честно, ну, не ожидала то, что настолько интересно будет. По сравнению с другими поездками это было более такая веселая и интересная. У нас каждая минута была чем-то забита, что мы все время куда-то ездили, ходили, узнавали что-то новое. И можно сказать, ну, наверное, все-таки одна из лучших поездок. Так как не хочется родителей и так напрягать, так как они уже сколько в меня вкладывают с детства, наверное, все-таки я сама как-нибудь заслужу и сама себе куплю, нежели буду ждать от родителей. Ну, на самом деле, я не очень близка к украшениям, ко всему этому, да, ну, даже сейчас на мне ничего нету. Как-то, ну, не сильно этим увлекаюсь, и для меня это не настолько важно. Ну, возможно, мне больше нравятся именно вещи, что-то такое. Возможно, я даже больше шопоголик, нежели вот больше платьюшки, там, не знаю, там, туфельки или этот. Мне просто то, что мне удобно, то, что мне нравится, то я обычно и беру, и одеваю. Вообще, вначале это, наверное, больше не мне нравилось, а родителям. Но со временем, когда я начала понимать и осознавать, что это такое, каково это быть, каково петь, вообще, со временем это начало мне нравиться. И вот то ощущение, то, что ты на сцене, то общество, в котором ты находишься, ну, мне больше начало
с каждым разом нравится. Но что именно, мне кажется, само пение, наверное, больше, то творчество. Я не люблю, я боюсь насекомых. Когда вот мы в Малайзию поехали, я поняла то, что я боюсь высоты. Мне было очень страшно, когда мы вот ходили на канатную дорогу, ездили туда. Потом, ну, я не люблю холод. После жары, когда мы сюда приехали, это так было неприятно. Ну, конечно, было приятно то, что мы вернулись в свою страну, но именно холод не люблю. Когда люди врут, наверное, когда люди неискренни, ну, как бы, когда люди неискренны со мной. Что еще я не люблю? Не люблю сладкое, если честно. Ну, именно шоколад, мне как-то плохо становится, и торты тоже. Ну вот, наверное, все как-то так. Приятно то, что с каждым разом их становится все больше и больше. Очень приятно, что люди слушают, люди поддерживают, люди, ну, интересуются, значит, все-таки это мы делаем не зря. Вот впервые начали узнавать после «Кыргызстана, мои таланты». Ну, это так, мы в интернет первый раз выложили, и после этого так немного начали узнавать. После «X-фактора» все больше, ну, как бы, с каждым разом становится все больше людей, которые интересуются моим творчеством. После кыргызских песен «Поле», когда мы в прошлом году выпустили их, было приятно то, что были хорошие отзывы, и мы, если честно, не ожидали такого. Как бы все время думать о нем и стремиться туда. Хочу сейчас пока насладиться тем возрастом, который у меня есть. Именно, да, я не считаю, не хочу быть взрослее. Мне кажется, мы еще успеем повзрослеть. Именно детство, мне кажется, нужно его подольше продержать. Ну, я даже не знала, это так неожиданно произошло. Я просто сидела дома, мне позвонили, вот вам доставка. Ну, не знаю, просто привезли подарок. Было приятно, если честно. Ну и неожиданно, так как я вроде ничего и не ждала в этот день. Ну, у меня нет определенного стереотипа именно к парням, например. Мой парень должен быть такой, 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 такой. Такого нету. Просто если понравится, если будет. Ну и мне кажется, об этом, боже мой, сейчас рано мне. Да и я как-то не хочу думать пока об этом. Ну, бабушка – это мой фанат, самый такой болеющий за меня, наверное. Она всегда ходит на мои выступления, всегда просматривает мои выступления, всегда следит за моим инстаграмом. Ну, как бы, они для меня одни из самых близких людей, и приятно осознавать их поддержку, то, что они всегда настолько вот болеют за меня. Айымжан менен уулумдун кызы, биринчи эң улуу небереби, биринчи туун небереби да бул биздин. Биринчи небере болгондон кийин бөлөкчө болот экен да башкача. Небере деген бир сонун болот экен да. Бардык эмне кылган кылыктардын баарын эле сүйүнүп, баарын эле ошо эме кылып, баарын эле ошо аймага айма деп эле ошентип эле ошондой болуп чоңойттук да бизчи. Үйдү жыйнаса тим эле мындай аябай эч ким киши жок да жакшы жыйнайт да тим эле баарын тең эметип баарын акырын аккуратно эметип баарын тең эме кылат. Урушабыз да эми тигиндей кылбайсың мындай кылбайсың эми көбүнчө бул тиги үйдөн эметпейт да баягы тияка чакырат бияка чакырат бияка барып эле кол бошобойт үйдөн сен жардам бербейсиң дегенде урушпайбыз да мамаңа жардам бербейсиң ушинтип эле жүрөсүң анан эми
возможность болгончо жардам берип атпайм, мен мындай эмем болбой атпайбы деп анан таарынып калат да, таарынып бултуйп калат да, анан кайра бат эле жазылып кетет. Зак көңүлдө. Ну, папа, мама, они разглядели во мне, наверное, талант. Им спасибо за это, потому что если бы не они, возможно, я бы сейчас просто училась бы, оканчивала сейчас школу. А, ну, им спасибо за то, что они вот именно направили меня в это русло, после чего я полюбила то дело, которое мы начали. Айма биринчи кызым, она вот 20 жашымда был, как сказать, в этот мир ее привела дейди. Бул жашоо алып келгенде 20 жашымда төрөлгөн. Эми өзүм да эле жаш болчумун, очное отделениеде окучумун. Мындай осознанно дегенде еще как бы не осознавала, что эне болгонун. Кичинекей кезинде аябай шок кыз болчу, хулиганка болчу. Аябай подвижный, мындай музыкальный эме жагынан. Телевизорду көргөндөн кийин эле танцага түшчү көбүнчө. Биринчи сөздөрдөн папа деген сөз болчу. Папа, папа деп атып, ошон мен папа деп баштадым да биринчи сөздү. Бырдап баштаганда 8 жашында болчу. Ошондо телевизионный проектке катышкан КПРК каналда «Волшебная страна» деген проект башталган. Ошондон ырдап баштаган. Мен өзүм да ырдачымын. Кичинекей кезимде. Анан кызым уже чоңойгондон кийин уже көрүнүп баштаган, что какие-то задаткасы бар. И айттым, что мен ырдабасам дагы кызым ырдап чыгат деп. Мен өзү аябай принципиальный кыз. Өзүнүкүн бербеген кыз. Лидерские качества деген болот, ошондой ошонусу бар. Конкурстарга дайыма чыгат, ошондо ошол эмелер жардам берет дагычы. Боор кей кыз, аябай эшиктеги иттерди, мышыктарды көрсө эле эмете берет да. Үйгө алып келсемби деп. Ошо.